И всем хоба! С вами Мистик Макс, и нет, мы не закинули канал, нет, никогда. Просто вот представьте грузовик, заполненный вот такими палками, и вот где-то появляется приблизительно задание, сколько нам задают, время, которое у меня есть. И вот где-то там сбоку мой мозг. Чтоб вам доказать это, вот... Ой, извините, не та фотка, сейчас перекину. Вот. Та-да! Мы учимся до 4. С 8:30 до 4. Это почти целый рабочий день. Еще вторник... Мы учимся до 16:30. Ну, к примеру, вот мое расписание. И даже эти прочерки, которые есть сейчас, они заполнены, потому что у нас добавились новые предметы. Ну или задания с математики. И это еще кусочек, потому что задают еще больше. Например, там... С лекцией мы там выучили новую тему. Вот вам еще несколько заданий. А с практической у нас заданий еще больше. Там 10. Больше даже. И еще как бы уже последний класс. И у меня скоро... Ну, в принципе, скоро экзамены. Ну, и вы понимаете, у меня много репетиторств на неделю. Потом я хожу на курсы с программирования в среду. Потом я часто уезжаю в другой город в субботу и в пятницу, точнее. И на целые выходные, когда я могу только монтировать, а не снимать видео. А сейчас у меня не осталось ничего в запасе. Ну, единственное, у нас проблема сейчас, что вам придется подождать с видео. Потому что у нас ни у меня, ни у Кати, ни у Назара нету сейчас... свободного времени. К примеру, мы стараемся сейчас делать... Ну... Вот такой значок вам что-нибудь подсказывает? Да, вот такой. Если ничего, то, в принципе, вы не знаете, как делать музыку. А я вот... Взял этот значок и попробовал сделать музыку. Она выйдет или сегодня вечером. Может, я даже видео закину сегодня ночью, как у меня будет визуализироваться видео. Ну, короче, выйдет или завтра, или сегодня. Как получится. И... Ну... Я знаю, Катя меня убьет, но... Видите Габена? Что он делает? Да-да-да-да. Он записывает озвучку. Я тебя дам. Ой, Катя, извини. Это ее идея была. Мне капец, так что скидывайтесь мне на гроб, потому что я рассказал все секреты. Да. Еще будет видео другого характера немного. Мы сейчас, чтобы у нас не было монотонности на канале, закинем несколько видео другого не масштаба, а как назвать. Другого
другого характера, короче. И надеюсь, вам понравятся эти перемены к лучшему. Надеюсь. Также вот, что я говорил про этот значок. Я пробовал делать ремикс, и я уже его сделал. Видео также есть. И я в дальнейшем будущем я еще попробую закинуть, ну, точнее не закинуть, а сделать несколько ремиксов или оригинальных песен, и буду их закидать на канал. Ну, как у меня получилось сделать ремикс, вы сможете увидеть, когда оно выйдет. Как я уже говорил, или сегодня, или завтра. И канал растет, хочу вам я сказать. Потому что большое спасибо, кто нас смотрит. Особенно у кого было терпение просмотреть мой первый в жизни блог. Просмотров уже 79. Спасибо вам большое. Это не рекорд, конечно, но все равно у меня таких рекордов давно не было. Ну и подведем суммирование всего, что я сказал. Мы поменяем немного тематику канала на некоторое время, потому что у нас нету время записать даже простую какую-нибудь игру. Также я постараюсь проводить стримы, если смогу. У меня должны быть свободные дни как-то. И да, я сейчас купил на рынке несколько дисков, вы можете увидеть. Так что я смогу пройти эти игры. Также, что там дальше? Видео будут выходить немного реже. Ну, я постараюсь не сбивать режим, но, извините, как получается, так получается. Последнее время у меня вообще нету времени даже отдыхать нормально. Ну и в принципе я уже рассказал все. Если у вас будут какие-то предложения или идеи для видео, чем бы вы хотели, чтобы мы разнообразили канал, смело пишите в комментарии. Все ваши идеи будут приниматься к общественному мнению, и будем думать, что дальше внедрять в наш канал. Также вот, кто смотрел ЛП, то ЛП может быть, ну, не боитесь, все нормально, может быть на некоторое время приостановится, потому что я не могу, потому что у меня целые дни загружены, Катя не может, потому что у нее в техникуме с утра до вечера, и вечером просто устает. Назар, я вот с ним не могу так сконтактироваться, чтобы видео сделать. Ну, в принципе, все. И ты, именно ты, ой, или вы должны должны немного подождать, чтобы мы вернулись в округи своя. Ну и всем спасибо за просмотр этого и всех других наших видео, спасибо за оценки. И спасибо, что вы нас поддерживаете.
уважением, наша команда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.